знаменитым, некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивов, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Постыдно ничего не знача быть притчей на устах у всех. Вот эти строчки Пастернака мне стали компасом в пути. В чем тайна проведения знака? Как равновесие найти на струне судьбы, играя, скрывать кладовку бытия, и зал огромный, собирая при всех, кичиться. Жил-был я. Заслуги в том моей немного, и должен я благодарить своих родителей и Бога. Он дал им шанс меня родить. Всем режиссерам, педагогам, что так намучились со мной. Еще сказать спасибо Богу, что наградил такой женой. Она, прочтя всей жизни прозу, судьбу кроила под меня. И все мои метаморфозы, так понимая, и храня друзьям, родным, спасибо тоже за нежность, чуткость, за чутье, за то, что клали дар свой Божий на честолюбие мое, за смех, цветы, аплодисменты, пою Всевышнему хвалу, за шелковые славы ленты, за обожание, за хулу, за то, что выпало мне столько. За все благодарю Творца. За счастье быть живым и только. Живым и только до конца. Добрый вечер. Я хочу вам сразу сказать, без ложной скромности, что моей персоне на медийном пространстве уже уделено столько места и времени, что, конечно, приходится иногда повторять одно и то же. Но хотелось бы, чтобы наша сегодняшняя встреча, ну, все-таки чем-то отличалась от всех бесконечных программ, сериалов, которые я с такой настойчивостью делал. И вот уж если кто и воздвиг памятник себе нерукотворный, так это не тот человек, который этого заслужил, а вот ваш покорный слуга. Поэтому давайте пойдем потихонечку. Пожалуйста. Добрый вечер, Геннадий Викторович. Вы перестали заниматься сатирой на эстраде. Скажите, вы уступили место другим или жанр умер? А в 2004 году я практически поставил точку на выступлениях в этом жанре. Я сделал это абсолютно осознанно. К 2004 году вокруг меня изменилось абсолютно все. Прежде всего, те, кто мне десятилетиями помогал выходить на сцену. Я сейчас говорю о литературной основе. Все-таки я артист, у меня никаких претензий на другой статус нет. Так выяснилось, что кто-то покинул бренную землю к тому времени, кто-то перестал писать, хотя продолжал автоматически это делать, думая, что он еще что-то сочиняет. А на самом деле это уже были инерционные движения творчества. Еще одна очень серьезная беда настигла всех к тому времени. Что сделала рыночная экономика?
все, что делается, должно быть продано. Для того, чтобы это было продано, нужно, чтобы у этого был покупатель. Вот вопрос в покупателе стал для меня ключевым. Я в 1987 году покинул так называемые сборные эстрадные концерты. Еще было советское время, и был открыт практически первый, если я не ошибаюсь, хозрасчетный театр под названием «Моно». И я покинул вот это пространство сборных эстрадных концертов. В чем была проблема? Когда человек выходит в сборном эстрадном концерте, он поневоле ориентируется на так называемого усредненного зрителя. Потому что в зале сидят, как правило, случайные люди и смотрят сборный эстрадный концерт, поет певец, или выступают акробаты, или там, свое искусство демонстрирует там, инструменталисты какие-нибудь, пускай даже очень хорошие. У меня в это время, конечно, был абсолютный слух на эту ноту, которой живет аудитория. Потом мне стало тесно в формате сборного эстрадного концерта, и у этой медали оказалась вторая теневая сторона. Я нюх этот потерял на среднего зрителя и стал ориентироваться только на того зрителя, который приходил ко мне на сольные выступления. Это уже все-таки была, ну, другая компания. И вдруг эта волна непонимания от сборного концерта, куда я иногда приходил, прикатилась и в сольный концерт. Я очень хорошо помню, это было начало 90-х годов. Сначала произошла история, причем то, что я вам рассказываю, не является вымыслом. Вот все, что я говорю, это абсолютная правда. Было это в 1997 году. Я был приглашен с Всеславом Леопольдовичем Ростроповичем на празднование его 70-летия в Париж. У меня была приготовлена специально миниатюра, которую, естественно, там нельзя было исполнять, потому что это происходило в роскошном театре на Елисейских полях. Был музыкальный концерт с феноменальными исполнителями, с потрясающей музыкой. Там просто мой низкий жанр не мог вписаться. Я приезжаю в Москву. У Всеслава Леопольдовича день рождения 27 марта. Я приезжаю в Москву. 3 апреля. По-старому день геолога. В концертном зале «Россия» геологи устраивают вечер. И я приглашен в качестве выступающего в этом сборном концерте. Меня за кулисами встречает Людмила Марковна Гурченко и спрашивает: я видела тебя по телевизору, ты в Париже был у Ростроповича. Я говорю, да. Она говорит, ты выступал? Я говорю, нет, ну, что там выступать, там по-русски, кроме там 5-6 человек, никто ничего не понимает.
а у тебя что-то было специально сделано? Я говорю, ну да. Ну, я говорю, ну, может, потом пригодится. Она смотрит на меня и говорит, а ты не можешь сейчас прочитать? А я не собирался вообще это читать. Я говорю, как-то так растерялся немножко. Говорю, ну, я сейчас пойду текст возьму. Он у меня в папке был, в моей концертной. Я беру текст, выхожу и рассказываю про то, что вот, значит, несколько дней назад был там, ну, то есть всю преамбулу делаю, чтобы было понятно. А у меня была написана миниатюра, переписка Ростроповича с Солженицыным. Это была такая придуманная переписка, адресованная в то время, когда Солженицын был гоним значит, официальными кругами. И он жил у Ростроповича на даче, будучи оформленным там садовником или дворником, я не помню, точно не помню. И вот на основании этого факта мы сделали с Ефимом Смолиным такую миниатюру, как они друг с другом переписываются, потому что говорить вслух нельзя, все прослушивается, все просматривается, все. Я заканчиваю первую страницу. Треть, допустим, зала начинает топать ногами. Вторая треть начинает успокаивать тех, кто топает ногами. Третья часть не понимает, кому присоединиться. В результате не слушает никто. Поскольку это был уже не первый случай такого конфликта со зрителем, я дочитал это письмо, пришел за кулисы и обращаюсь к... такой домовая была в концертном зале «Россия», администратор, ее уже, к сожалению, нет в живых. Я сказал ей, Марья Борисовна, у меня к вам большая просьба. Никогда больше меня не приглашайте. Ни за какие гонорары, ни на каких условиях. Я просто этого вынести не в состоянии. Потому что это был уже второй случай. Первый случай был в киноконцертном зале «Октябрь». Это была годовщина октябрьских событий, 94-й год. Я вышел на сцену. И довольно значительная часть зрительного зала, когда я начал читать миниатюру, они начали шуметь, кричали «хватит», сказали «уходи». Я предложил, ну, если так не нравится эта миниатюра, я говорю, давайте, может быть, что-то другое. Нет, ничего, уходи. Не вру ни одной буквы. В этот момент закончилось... Моя немотивированная любовь к зрителю, немотивированная. Я сказал, ты должен делать то, что ты можешь. Столько желающих, сколько найдется, вот столько они и будут твоими зрителями. А все остальные – это не твои зрители. Если их не будет совсем, заканчивай с этой профессией. Что, собственно говоря, по-настоящему и произошло. Когда я понял, что у меня нет ни желания, ни сил воевать с аудиторией, которая не хотела тебя слушать. Я не говорю, что все. Я этого не утверждаю. Я говорю только о той, которая мне встречалась на моих выступлениях. Я к 2004 году, я уже практически закончил с этим. Я не выходил на концертную эстраду до 2008 года. И вдруг в 2008 году раздался звонок. Звонили ребята, это талантливый очень коллектив.
«Квартет И». И они меня пригласили на свой юбилей. Я подумал, ну что я, свадебный генерал, что ли? Ну, надо что-то придумать. Я подумал, обратился к человеку, с которым до этого никогда не сотрудничал. Такой сибиряк, приехавший когда-то в Москву, Сергей Плотов. Очень талантливый поэт, очень тонкий. И так получилось, что вот нас судьба свела с 2008 года, что называется, на постоянной основе. И вот я говорю: «Сереж, знаешь, вот надо идти на юбилей «Квартета И». Давай басню «Квартет» Крыловскую перепишем». Он говорит: «Давай, давайте». Он присылает там мне первый вариант. Мы что-то там, что называется, доводим это до кондиции. Я вызываю гримера, потому что я понимаю, что надо выходить в гриме Ивана Андреевича Крылова. Я выхожу. Это было в Театре эстрады. И было ощущение, что рушатся стены от смеха. Вроде надо было бы испытывать огромную радость. А у меня какое-то двойственное чувство было после этого. Ну, радость закономерна, удовлетворение, я бы так сказал. А вторая сторона этой медали – расстройство от того, что это такая узкая аудитория, очень. Это связано со многими причинами. Первая причина и самая серьезная – это разрыв того, что называется «связь времен». Тотальное бескультурие. Рухнувшее образование. Я читаю, что рассматривается вопрос об отмене единого государственного экзамена по русскому языку после 9 класса. Как в России, где сегодня вы грамотно пишущего человека из молодежи почти не найдете. Редкий случай, когда еще там какие-то, ну, синтаксические ошибки. Это происходит от того, что они так учатся. Они практически ничего не читают. Какой у них язык? Так мы здесь отменяем ЕГЭ после 9 класса по русскому языку, зато отправляем деньги за рубеж на поддержку русского языка за пределами России. Да вы внутри разберитесь. Вы сделаете, чтобы здесь дети грамотно говорили по-русски, чтобы чиновники, выступающие в средствах массовой информации, умели склонять числительное и не говорили в 2014 году. Поэтому хорошо бы экзамен по русскому языку вводить для тех, кто хочет работать в наших руководящих структурах. Я понимаю, что можно хорошо говорить по-русски и не знать дело. А можно, наоборот, знать дело и говорит, как покойный Виктор Степанович Черномырдин. Но это отдельные совершенно, это самородки, вы понимаете? А так, я говорю, как правило это. Поэтому, собственно говоря, а для кого выходить на концертную эстраду, и где есть эта концертная эстрада? Я расскажу вам такой случай. Это было года два назад. Меня пригласили на день рождения радиостанции «Юмор-ФМ». Замечательные ребята там работают, славные очень, и с чувством юмора, и все. Большой концерт. Ну, я как-то так уже давно отвык вот от этого, знаете, входить за кулисы, значит, бросается костюм, когда я иду, вот это все. Нет. Я так тихонечко приехал, разложил свои вещички, все, и сижу, жду. Думаю, нет, надо пойти посмотреть, что там происходит. Я выхожу за кулисы.
Встаю за кулисами. На сцене вещает какая-то артистка, ну, так ей кажется. Я стою за кулисами. И со мной стоит человек, который меня пригласил. А эта дама вещает со сцены на этот огромный зал шеститысячный. Я этим ухом слушаю, что мне говорит этот с радиостанции, а этим ухом слушаю, что там происходит. Мне же интересно. Ни одной реакции. Никак, просто тишина. Минута, вторая, пятая. Я обращаюсь к нему с такими словами, я говорю, вот если бы у меня во время выступления было вот такое по реакции, я бы вечером покончил жизнь самоубийством или бы ушел со сцены. Она заканчивает выступление, и она выходит. Выходит за кулисы с абсолютным видом победительницы. Знаете почему? Она знает точно, что то, что дойдет до телезрителя, будет сдобрено смеющимся зрительным залом, который подклеит. Смеховой реакцией, которую наложат. И полное ощущение, что человек имел успех. То есть, что это? Технологии. Что это значит? Технологии по профессии. Ложь. Обман. Кого они обманывают? Себя. Вот, собственно говоря, так коротко я ответил на ваш вопрос. Здравствуйте, Геннадий Викторович. Здравствуйте. Ваше творчество ассоциируется для нас с жанром юмора. А не планируете ли вы обратиться к русской классике, к Достоевскому, к Чехову в своем театральном творчестве? Спасибо. Вот уже 17 лет я играю пьесу французского, одну из того, что я играю, одна из пьес, написанная французским драматургом Франсисом Вебером, с моей точки зрения уникального дарования человеком, у которого в основном замечательные киносценарии, там «Блондин» с Пьером Ришаром, если вы помните, «Игрушка». Да, он потрясающий комедиограф. У него есть несколько пьес. Самая лучшая, на мой взгляд, пьеса, которая называется «Ужин с дураком». С 1998 года, то есть ровно 17 лет, я играю эту пьесу. Чем эта пьеса хуже Достоевского или Чехова? Я просто совершенно другого направления в этом смысле артист. Тем более, что мне удалось совершить, как Суворову, этот переход через Альпы, мне удалось совершить переход из концертной эстрады в театральное пространство, практически обучаясь заново способу существования на театральной сцене. Это принцип другого. Во всяком случае, в том театре, в котором я провел вот эти 17 лет. Потому что это театр... который как религию исповедует замечательный режиссер Леонид Григорьевич Трушкин, с которым меня свела судьба в 98 году. И вот по сей день мы вместе, рядом, и сделали уже не один спектакль. И эти спектакли идут по сей день, все без исключения. Это не сделанные спектакли для того, чтобы взбить пену, собрать людей, и после этого все это выкинуть и дальше новую пену взбивать, чтобы люди, одна и та же категория людей, бегала, как они бегают на открытие сначала одного модного ресторана, потом другой модный ресторан, вот они перемещаются по Москве по открытию модных ресторанов. У Трушкина другой театр.
и религия у этого театра, я имею в виду театральная религия, совершенно другая. Там четвертая стена. Там запрещено зависеть от того, как себя ведет зритель. Поэтому мне абсолютно этого достаточно. Мне не нужен специально ни Достоевский, ни Чехов. Мне абсолютно в этом смысле не важна ни фамилия, ни национальность, там, принадлежность государственная того или иного драматурга, лишь бы там было что играть, и что играть именно мне, а не кому-то другому. Геннадий Викторович, спасибо вам. Спасибо. За вашу человечность и искренность. Это огромное удовольствие. Все меня поддерживают. Ну, наверное, что-то хотели спросить. Ну, я все-таки вас прошу, можно? Да. Если я не ошибаюсь, вы сыграли Сталина и Наполеона. Вот мне, как женщине, которая очень интересуется харизматичными личностями, интересны эти личности. Я понимаю, что вы как актер наверняка глубоко погрузились в эти образы. И вот что за особенные, что такого необыкновенного в этих людях, какие атомы, молекулы или что-то еще в них, что заставляет и дает им возможность двигать историю и изменять мир? Знаете, я попытаюсь быть откровенным. Вообще, стремление к власти, жажда власти, это, с моей точки зрения, заболевание. Когда пройдена такая длинная дорога уже, где было бы кокетством жаловаться на недостаток аплодисментов и, ну, не будем прибегать к разного рода определениям собственной значимости и известности. Мне вдруг стало посещать мысль, что вообще-то это какая-то болезнь. Это болезнь, которая развивается у человека из детства. Недолюбленность, а желание получить сатисфакцию за агрессию окружающего мира. В общем, это какие-то комплексы. Я помню, однажды во время беседы одна известная телевизионная ведущая так иронично мне говорит: «А чего вы там решили артистом стать? Славы захотелось?» Это она меня спрашивает, телевизионная ведущая. Не доктор у Малахова где-нибудь. Я смотрю на нее и говорю: «Скажите, вот вы чего не пошли воспитательницей в детский сад? Или уборщицей, например, на овощную базу? Вы хотели ведущей стать, да? Да. И у вас, наверное, образование есть актерское. Хотя по ней это плохо видно». Она говорит: «Конечно, есть». Я говорю: «А зачем вы туда пошли?» Я говорю: «Я не боюсь признаться. Значит, что-то такое со мной было в детстве, что меня все время двигало на получение сатисфакции через смех, управление этими людьми, которые, так сказать, вокруг меня. Ну, так, если это разобрать на составляющие. И не, что называется, не жеманничать, а постараться честно ответить на этот вопрос. И Сталин, и Наполеон в этом смысле такие же ущербные люди из детства». Что касается Наполеона. Ну, со Сталином там довольно, как бы сказать,
относительный разговор. Потому что, когда меня спросили, вот вы играли Сталина, я говорю, где я играл Сталина? Ну вот в фильме «Фурцу» вы играли, я говорю, я не играл, я снимался. Потому что разница есть. Потому что там короткие эпизоды, что-то там нет ни дистанции, ни жизни. Там есть некая функция под названием Сталин. Больше ничего. Там жизни Сталина нет. А когда-то я хотел очень сыграть, скажем, фильм про этого человека. Потом, когда перечитал, поскольку он был автором литературного материала, я сейчас говорю о Радзинском, я прочитал его версию, значит, литературную о Сталине, и сказал, не буду. Я не буду играть, потому что она такая однозначно тенденциозная. У него есть свой точно взгляд, и тогда не получается Сталин в объеме. Сталин сложнейшая фигура историческая, сложнейшая, появившаяся в определенный исторический момент в этой стране. Судить Сталина нельзя из 2015 года. Нельзя судить систему координат того времени, когда Сталин во главе с этой, с моей точки зрения, не очень светлой кампанией пришел к власти. И потом уже постепенно-постепенно вышел, так сказать, на первый план. Наполеон в спектакле «Морковка для императора» гораздо более интересная фигура. Потому что там Наполеон показан в момент, когда он заканчивает свою жизнь на острове Святой Елены, когда уже никого рядом не осталось, и когда он, хватаясь еще за свое прошлое, вдруг понимает, что вот жизнь прошла, народ, как утверждает Наполеон в этой пьесе, его предал. Ближние, окружение сбежало от него. И там какая-то корсиканка приехала на этот остров Святой Елены. Это по версии драматурга по фамилии Губач. Он автор пьесы. Она приехала за деньгами за погибшего мужа. Она приехала к нему с иском, к Наполеону, на остров Святой Елены. Эта простая женщина начинает объяснять властелину всей Европы практически. Что есть ценного в этой жизни? Что есть истинная ценность? Является ли слава, хлопки, цветы, шампанское, бесконечное упоминание твоей фамилии? Все. Это же наркомания, разновидность наркомании. Я должен сознаться, по профессии, подсев на эту иглу, будучи ребенком, я так и прожил, но я хотя бы отдаю себе отчет в том, что это наркомания. Запомни, Наполеон никогда никого не обманывал. И я дал французскому народу все, что ему пообещал, я ему дал. 67 статей Конституции. Я им дал школы, университет, миллиард дал на общественные нужды, новый Лувр, музеи, мосты. Жизнь отдал французскому народу, чтобы теперь от него, вот из твоих поганых уст, услышать черную неблагодарность, да? На место колокольчик, ничтожная тварь, брута. Молодец, перфидом мизерабелем. Ты сей умна, молодец, перфидом мизерабелем. Идиота ты, кретинна, имбачилле. Корнута, филли, я депутана. Бочьярдо, вот тебе твой колокольчик. Значит, у меня в одном монологе была замечательная фраза. Я понял, что человек имеет право
посмотреть на другого человека сверху вниз, только когда он хочет этому человеку помочь встать на ноги. Я все-таки хочу продолжить галерею образов, которые вы на себя примеряли. Мы уже обсудили. Вы говорили о Крылове, вы говорили о Чехове и Достоевском, а я о Гоголе хочу спросить. Вы однажды вышли на сцену в образе Николая Васильевича Гоголя. Вы любите этого писателя? 19 лет назад один раз. На презентации книги мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова я нарядился Гоголем, который пришел сообщить пренеприятное известие: в России еще один писатель объявился. Вот, собственно говоря, почему появился Гоголь. Не более того, не хотел я играть Гоголя. У меня не было никакого, просто мне показалось, что фигура Гоголя в данном конкретном случае наиболее уместна. Когда Гоголь говорит, почему у нас всю жизнь любят заниматься люди не своим делом. Так что еще есть что-нибудь по русской классике? Уже много лет, как вы сменили эстраду на драматическое искусство. Как вы думаете, что по этому поводу сказал бы тот, кого вы действительно считаете своим учителем, Аркадий Райкин? Моя пауза затянулась не потому, что я ищу слова, а потому, что я решаю, рассказать одну вещь или не рассказывать. Нет, подождите, это, понимаете, чтобы это не выглядело... Знаете, я сразу ответ нашел, который надо было бы сказать. Потом подумал, нескромно. Слушайте, уже ладно, уже Бог с ним. Понимаете, когда человек 70 лет, он уже имеет право сказать. В ноябре 97 года открылся канал «Культура». И я приехал откуда-то после гастрольной поездки в Москву. И мне позвонил Федор Яковлевич Чеханков, Федя, и сказал: тебя ищет Марья Владимировна Миронова. Она не может до тебя дозвониться. Я говорю: хорошо, сейчас я ей позвоню. Я звоню Марье Владимировне. Она говорит: Ген, я не могу с вами долго говорить. За мной приехала скорая. Я уезжаю в больницу. Это был последний разговор, потому что она из этой больницы уже так и не вернулась. Она говорит: я хочу, чтобы вы знали. Я посмотрела на канале «Культура» два ваших... Две программы, будем так называть, чтобы это не... Две программы под названием «Чужие юбилеи». Я хочу, чтобы вы знали. Это она мне говорит по телефону. Ваш любимый Аркадий вот вряд ли так бы смог. Ну, знаете, у меня в зубу сперло не от гордости, а, понимаете, для меня Богу Богово, Кесарю Кесарево, не надо в данном случае никого ни с кем сравнивать. Поэтому, когда вы сейчас спросили, во всяком случае, мне сегодня было бы не стыдно смотреть в глаза человеку, благодаря которому я выбрал профессию. Что бы Райкин сказал? Ну что ж, ну, знаете, я, сейчас, секунду, я его увижу, я спрошу, потом вас дождусь, и там кандидат.
Вот вы сейчас пойдете домой. Ну, отдохнете, конечно. А потом вам захотелось бы с кем-то пообщаться. Может быть, о сегодняшней встрече. Может быть, о том, что будет через неделю с вами. Вот с кем бы вы хотели пообщаться? У меня в эстрадно-цирковом училище была женщина, она была руководителем моего курса. Она была замечательной артисткой. Работала она в театре «Сатира», вообще уникальная женщина, Надежда Ивановна Слонова. И вот, поскольку так сложилась моя жизнь, что сколько я не пытался поступить в театральное учебное заведение, такое впечатление, что вот оттуда пришел сигнал. Вот пока с этой женщиной встречи не будет, никуда не поступит. Причем, мне об этом не зная, потом сказали две ясновидящие, которые мне сказали, вас в 1965 году подхватил светлый ведущий. Я слушал тогда это как сказки братьев Гримм, думаю, ведущий какой-то подхватил, как-то я этого не почувствовал. Но это так я вид сделал, потому что я моментально вспомнил, что со мной в 1965 году произошло. После всех попыток. И курс она не набирала. Она летом отсутствовала, Надежда Ивановна. Ей набрали курс, и она осенью пришла знакомиться с тем, кого ей набрали. Я думаю, что вот, пожалуй, сегодня вот ее мне не хватает. Она была такая колючая, и она была такая, ее совершенно невозможно было обмануть, абсолютно. Мне казалось, что хитрее меня нет на свете. Она говорит, гень, я же вас насквозь вижу, ну чё вы дурью маетесь? Я помню, как она смотрела, мы там какие-то этюды играли. Она мне все время говорила, перестань зыркать в зал. Перестань зыркать в зал. А мне же интересно, как она реагирует. И вот я натыкался. Вот, у нее была сигарета. Ну, все, это можно было умереть после этого, сразу после этого. Да, да. Вот с ней. Пожалуйста, Геннадий Викторович, вот как изменилось ваше мироощущение после того, как вы вышли на театральную сцену уже с точки зрения театрального артиста? Не как человек, который свои миниатюры, а вот именно вот с точки зрения актера театрального. Вот что-то в вашей жизни поменялось после этого или... Очень много. Вы знаете, прежде всего... Благодаря театральной сцене я стал изживать страхи. Потому что, когда ты выходишь на концертную эстраду, Господи, я представляю, как на меня накинуться после моих формулировок. Но я говорю сейчас только о себе. Это никого других не касается. Когда ты выходишь... А ты выходишь иметь успех. Простите меня, а ты чем от проститутки на панели отличаешься? Театр ставит защиту от этого. Это мощнейший для меня фактор освобождения.
Вообще, изживать страхи, может быть, самая трудная работа в жизни. Я прекрасно знаю, как сделать, чтобы зрительный зал вот в этом конкретном месте сошелся бы в улыбке или в смехе. Это уже на уровне инстинкта. Мне это уже не важно. А если говорить честно, мне уже даже все равно, когда я на театральной сцене. Потому что я занят другим. И второе. Трушкин как-то после спектакля сказал, знаешь, я не верил, что ты сможешь сыграть Наполеона, потому что я вижу, что это тот же, ну, тот же Хазанов. Но я вижу, что это другой. Я его не знаю, этого. Вот понимаете, в чем счастье сегодняшней беседы? Я вам говорю абсолютно искренне. Мне совершенно все равно, сколько будут улыбаться, сколько будут смеяться. Я пришел для того, чтобы поделиться тем, что у меня на сердце и в багаже прожитой жизни. Мне очень Наполеон помог. Смешно говорить, я его сыграл в 60 лет. Повзрослеть. Потому что так вроде удобно. В маске Абрамушки дурачка. Наполеон дал эту возможность. Поэтому мне театр очень много дал. И спасибо вам за ваш вопрос. Это очень много. Скажите, пожалуйста, а чем все-таки вот зритель отличается от того зрителя, который приходил на вас как на паренька из кулинарного техникума, от зрителя, который приходит на Наполеон? Я думаю, что вот ответом на этот вопрос мы подведем черту, потому что, отвечая на ваш вопрос, все-таки... Я расскажу историю, которую мне когда-то подарил замечательный артист, подаривший мне больше 10 лет регулярного общения с ним. Это Анатолий Равикович. Мы с ним играли в спектакле «Ужин с дураком». И... Редкий день проходит, чтобы я его не вспоминал. Эта история будет ответом на ваш вопрос. Хорошо? Однажды после спектакля «Ужин с дураком» я вбегаю в гримерку, там сидит Равикович и Басилашвили. И вот я такой счастливый, я говорю, господи, боже мой, какое это счастье, какое же это счастье. Вот другой зритель, не то, что вот на концертной эстраде, вот то, что вот вы сейчас спросили. Это прям Равикович так сидит, снимает грим и говорит, Генка, я тебе сейчас одну историю расскажу, чтобы ты так очень в облаках-то не парил насчет театрального зрителя. Я как-то так... Ну, он говорит, я после института поехал в Комсомольск на Амуре, в драматический театр. И когда меня принимали на работу, сказали, что вы будете принимать участие, у вас там малюсенькая совсем роль, совсем... Спектакль посвящен Великой Отечественной войне. Главная героиня Зоя Космодемьянская. Ну, естественно, Зою Космодемьянскую играла жена главного режиссера. Несмотря на то, что вообще-то Зое было 18, а ей уже было 54, но это не имело никакого значения. Она, видно, такие аргументы привела
своему мужу, который был главным режиссером, и он же постановщиком, что, так сказать, все было договорено. И вот премьера, да, значит, перед премьерой эта артистка, которая играла Зою, она говорит: я хочу, чтобы мне пошили красивое платье и чтобы мне уложили голову хорошо. Но что режиссер говорит? Ты понимаешь? Конечно, можно. Ну, там проблема в чем? Понимаешь, в таком виде на допрос в гестапо странно будет приходить. Она опять несколько аргументов. Он сказал, только так и будет. И вот премьера, битком набитый зал, кончается в конце первого акта. Зою допрашивает офицер гестапо по фамилии Шмульке. И Шмульке так подходит к ней и говорит: «Wo sind Partisanen? Antworte, russische Schwein!» И она так смотрит на него. Говорит: вам, вероломно напавшим на нашу страну 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны, на 3 страницы монолог, который заканчивается словами «ничего не скажу». Он поворачивается и с другой стороны говорит: «Wiederhole noch einmal, wo sind Partisanen, russische Schwein!» И она тоже поворачивается и говорит: «Вам, вероломно напавшим на нашу страну 22 июня, и опять тот же монолог, ничего не скажу». Он смотрит на нее и говорит: «Гуд!» Идет к кулисе и кричит: «Мольтке!» И входит второй офицер гестапо с красными руками, такой палач. И Шмульке говорит этому Мольтке: «Поговори с ней!» Обратили внимание? Как только вошел Мольтке, он перешел на русский язык. Да, русский перешел, чтобы Зоя не понимала, видно. «Поговори с ней!» Этот подходит, берет ее за платье и говорит: «Где партизаны, отвечаешь, русская свинья?» И она ему: «Вам, вероломно напавшим на нашу страну 20-го!» Опять тот же монолог. «Ничего не скажу!» Он говорит: «Тогда поговорим по-другому». И начинает рвать платье. Занавес, свет в зал, антракт. В антракте, в актерской курилке, Зоя, Шмульке и Мольтке, ничего не подозревая, курят. Из зрительского фойе к ним заходит двухметровый детина. Подходит и говорит: «Ты Шмульке?» Он говорит: «Я». Он говорит: «Пойдем, поговорить надо». Отводит в сторону и говорит: «Ну, давай познакомимся, Николай», и дает вот такую руку. Он говорит: «Очень приятно». Он говорит: «Сейчас посмотрим, как тебе приятно. Ты что такой грубый-то?» Он говорит: «Не понял». «А что я непонятно говорю? Ты сейчас Зою допрашивал?» Он говорит: «Я». «А что так орал на нее?» Он говорит: «Ну это же пьеса. Я роль играю». Он говорит: «Но мы здесь не лохи. Мы все постановки смотрим. А этого козла чего привел? Сам справиться не можешь. Значит, я тебя предупреждаю, волос ее головы упадет. Понял, что с тобой будет?»
Он говорит, конечно. Все. И он уходит. Уходит мимо Зои, которая с Мольтки продолжает курить. И он уходит. Начинается второй акт. Мольтки держится за платье и говорит опять. Крыть-то партизаны, сволочь! А Шмольки понимает, что добром не кончится. И говорит, зачем вы так кричите на нее? Но придет время, все расскажет. Обалдевший Мольтке говорит, Шмольки, что с вами? Он говорит, со мной все в порядке. А вот с вами что, Мольтке? Вы же интеллигентный человек. Вы же в гестапо работаете. Мольтке понимает, что Шмольки тронулся умом. Начинает рвать платье. Этот малый выходит из зала. Так рукой отводит этого Мольки. Идет к Шмольке. Говорит, ты что, не предупредил его, что ли? Он говорит, как, но вы же видите, я же при вас. А он что, нормального языка не понимает, что ли, да? И тут в отчаянии этот Мольтке крутится, не знает, что сказать. Думает, может убежать со сцены. А Шмольке говорит, слушайте, я вас умоляю. Идите в зал на место. Я вам гарантирую, наши выиграют. Он сказал. Он посмотрел на него, говорит, ну смотри, ну тебя за язык никто не тянул. Он сделал несколько шагов, потом повернулся вдруг и говорит, а наши это кто? И после этого ответа, да, на мои восторги по поводу театрального зрителя. Он сказал, знаешь, дело не в жанре. И там бывают странные, мягко говоря, зрители. Но вообще, вот я совсем недавно был в Питере. Мы играли два спектакля, «Ужин с дураком» и «Все как у людей». И вот закончились эти два дня, я сел в поезд и подумал, какое счастье все-таки, что судьба моя так сложилась, что линия моей жизни привела на театральное пространство, где я получаю радость не от того, что я играю Достоевского, Чехова или Кафку. Это не имеет сейчас никакого значения. Я вижу, что я с теми, кто сидит в зрительном зале, наконец, опять говорю на одном языке. На языке чувства, на языке сердца, на языке добрых глаз, что является, с моей точки зрения, единственным смыслом человеческой жизни. Все. Спасибо. Давайте я вам светило передам, а то мы так сидели прямо напротив. Спасибо.